Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому городскому округу дистанционно провели профилактическую лекцию на тему «Противодействие экстремизму и терроризму». Учащимся 7-8 классов Барвихинской средней школы рассказали о том, что такое экстремизм и терроризм, как они проявляются в современном обществе. Особое внимание полицейские уделили недопустимости размещения материалов экстремистской направленности в интернете и призвали ребят быть бдительными в сетях.